Причина пожара, который неделю назад возник на территории рынка Викалина, установлена. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на Главное управление МЧС по Северной Осетии. Эксперты испытательной пожарной лаборатории выяснили, что наиболее вероятной причиной пожара стало возгорание горючих материалов, расположенных в одной из торговых точек. В результате их контакта с раскаленными частицами, искрами, обрезками либо окалинами, образовавшимися при проведении сварочных работ, пожар быстро распространился на территории в 200 квадратных метров. Я напомню, что сообщение о возгорании на пульт центрального пункта пожарной связи поступило 16 ноября в 7:42 утра. За несколько минут на место ЧП прибыли сотрудники нескольких пожарно-спасательных частей. Менее чем через час пожарным удалось локализовать огонь, а в 10:21 пожар был ликвидирован полностью. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.